в Северную Корею вас не пустят. Это как минимум. Что касается остального мира, это и страны вот Юго-Западной Азии, да, тот же самый Таиланд, Малайзия. Это страны, некоторые страны вот вокруг там Африки, да, например. То есть кто-то, может быть, любит сафари, например. У меня знакомые ездили. Это некоторые страны Европы, которые дружественные, да. Ну, как бы это вот Босния и Герцеговина, собственно, например. Вот, те же самые Китай, Средняя Азия, Узбекистан, например, там очень здорово, тепло и очень вкусно, и относительно недорого, вот, поэтому, как бы, да, и в крайнем случае Латинская Америка, то есть Бразилия, Мексика, Аргентина и так далее, то есть там достаточно большое количество стран, которые вы можете посетить, ту же самую Турцию. Вот. В Иран, если вы сможете, то, конечно, можете поехать. Там очень, там, правда, сейчас протесты и не очень такая ситуация, но в целом эта страна очень гостеприимная, вот, потому что и просто нужно уважать как бы локальные традиции, и в целом ну, там никаких существенных проблем, если вдруг этот реально туризм, там ну, вы не встретите прям существенных проблем, если будете себя вести, исходя из того, как ну, уважать традиции иранского народа.